Привет всем, с вами Иракес, и сегодня я снова прикину школьникам в PlayerUnknown's Battlegrounds. Я прочитал ваши комментарии, сделал некоторые выводы. Во-первых, ну, естественно, буду играть не со своего ака, чтобы не было так палевно. Во-вторых, сегодня попробуем иначе, то есть, ну, на ролике будет вот такой мой обычный голос, но в игре все будут голос слышать того же самого школьника, который звучит, ну, примерно вот так. Привет всем, с вами Иракес, ха-ха, я маленький школяр. Ну и для противников я звучу так на протяжении всех каток. Что же из этого вышло, можете посмотреть в сегодняшнем ролике. Также, если вам эта рубрика нравится, если вы хотите больше видеть этого на канале, там тоже предлагали это делать в мобайле, еще различные варианты, типа голос девушки, еще всякие такие штуки. Будем пробовать, вы только поддержите лайком, комментарием, подпиской на канал и так далее. Буду вам очень-очень признателен. Ну что ж, поехали. И, кстати, программа, которую я использую, тоже спрашивали, называется Voice Change. Так что, если что, загуглите. Все, погнали смотреть. А спонсор данного ролика — компания 1xBet. Если вы шарите в спорте и киберспорте, то ссылка для вас в комментарии. Там еще есть промокод с бонусом на 6500 рублей. Пользуйтесь на здоровье. Всем спасибо. Ребята, привет. Здравствуйте. Ты чё, на хате, да? Нет. Сны, привет. Привет. Здорово. Залупинский, а чё у тебя с голосом? А чё у тебя с голосом? Нет, это чё у тебя с голосом? У меня все нормально, а чё у тебя с голосом? И у меня все нормально. И у меня тоже. Ну, значит... Эй, педики, куда прыгаем? Ну, значит, мы нормально. А чё ты так сразу оскорбляешь, ты что? Ты чё охуел, натурик? Ты чё, бля, базаришь? Ты слышь, ты, бля, чекушка ёбаная. Не, ну зачем ты так? Третий, зачем? Он проявил себя некрасиво, но мы сейчас рассудим все. Четвертый, мы к тебе с уважением, ты нам как брат был по оружию, а тут такие вещи говоришь. Четвертый, я требую сатисфакции. Все, понял? Залупинский, он слился вообще. Вступаем, война! Вот все, мы с тобой просто наказали грубияна. Ну у тебя расстройство какое-то, да, психическое? Да. Я смотрел фильм, как это называется, «Сползло», а не, «Стекло». Вот, и там типа у чувака было много личностей. Вот, у тебя случайно не такая штука? Да. Но он накачанный был круто, ты тоже накачанный? Да. Что-то ты на все да отвечаешь. Сосать будешь? Нет. А, ну ладно. Я же говорил. А то я думал, у тебя какие-то штуки. Да слушай, что ты вот это вот? Ты гомофоб, что ли? Зеленый, ты гомофоб? Да. Это же плохо, ты знаешь, что тебя за такое будут судить? В нашем мире сейчас нельзя быть гомофобом. Нужно относиться терпимо ко всем. Я его нокнул, друг, я тебе Кто помог. Кого? Я его нокнул. Красавчик вообще. Видишь, как мы с тобой разобрались просто со всеми. Чё, он один сюда прыгнул, что ли? Нет, их три было. Их трое было. Значит, остальные где-то есть. Нет, мы всех троих убили. Пока ты там оскорблял всех, мы взяли и троих человек убили. Он молодцы. Я ошибся в вас. Вот видишь? Да. Вот ты смотри, вот ты натурал. Четвертый. Да. Вот, сколько у тебя киллов? А при чем тут это? Ну вот при всем отвечай на вопрос. А, вот все, понял. Так что давай. Терпимей будь. Слушай, четвертый, а ты же вообще, я так понял, ну, крутой такой парняга, да? С чего ты это взял? Ну ты так типа себя ведешь дерзко, я думал, ну типа ты крутой. Не, я
обычный человек. Да, я просто понял, я хочу быть самым крутым в классе. Вот, и я не знаю как, я думал, может, ну ты мне подскажешь. Просто выпьем с собой. Так я и так сам собой, я не крутой, а хочу быть крутым. Ну вот что вот мне надо, вот смотри, вот мне послезавтра, да, в понедельник в школу опять. Вот что вот мне надо сделать, чтобы все сразу поняли, что я прям, ну, вообще крутой. Еби учителю. Так меня же выгонят. Не, так это же, так это ж дебил будешь. А как крутым быть, чтобы не дебилом? Отпизди самого такого крутого жирного. Такой жирный он тоже не крутой. У нас есть пацан, он качок, короче, это такой. Это самого крутого. Но я его не смогу побить. Он сильный. Я его могу только в крысу как-нибудь. Лопаты в голове. Знаешь как, если ты его не можешь побить, но ты заднюю не даешь, пусть тебя избьют или что-то там. Вот это уже значит ты крутой. Ага, то есть мне надо чисто подойти, на него нарваться, выхватить люлей, но не дать заднюю, и я стану крутым, да? Заднюю. Главное заднюю не дать. Понял. Ими штаны, покажи свой болт, и все. Так это нужно, чтобы болт был большой, тогда стану крутым или нет? А, ну как бы... Ну это у тебя что-то херня стратегия, братан. Нормально помогает. Ну я понял, короче, значит, я в понедельник прихожу в школу, снимаю штаны, показываю всем болт, кричу вот этому качку, эй, ты, сука, иди сюда. Вот, он мне дает по щам, я описываюсь в коридоре, плачу, но потом я стал крутым. Он к тебе не подойдет, потому что ты с болтом стоишь. А, ну да, кстати. Слушай, вот все, ты крутой. Ну классно, спасибо, пацаны, я знал, что вы мне поможете. А можно взять этого крутого качка и по яйкам его? На! Он такой, а ты так часто? Тебе, походу, так один раз сделали, да? Да, мне яйца прижали дверью, и все. И как? Больно было, но терпимо. Пацаны, ну раз вы мне с первым вопросом помогли, то давайте тогда еще один поможете. Мне вот типа, ну вот я стану самым крутым уже, да, завтра, ну послезавтра. Вот, и мне там в классе еще девочка нравится. Вот, когда я уже стал крутым, понятное дело, она же, ну, захочет быть моей. Вот, и как мне вот это вот все сделать? Эти с горы будут приходить к нам. А то же самое, спускаешь штаны и показываешь болт. Так она же уже видела, я ж первый раз уже показал. Или ей нужно персонально, отдельно как бы показать? Да, персонально, отдельно, поближе, потрогать, почускать там, не знаю, на вкус там. А если она не захочет, испугается? У меня там шланг просто еще жесткий, поэтому она может, ну, забоиться. СВ придут сейчас люди. Ну, оттуда все. А зачем им идти сюда к нам? Вот, тачка, пацаны. Уже еду. Да, еду, встречайте. За домом остановился. Ой, пацаны, меня нокнули. Тут еще и в доме есть, оказывается, парень. Ой, все, ребята. Гля, ты вышел как жестко. Ну, мы были близки, друзья. Спасибо вам за игру. Мобо Фенг, привет. Вы чё, охерели? Ничего, сомале. Сам ты сомале, давай нормально разговаривать. А ну уходите с моего сервера, кыш. Вам тут не рады. Асиба. Ладно, я за вами потом еще в роликах посмотрю. Поплатитесь у меня за это. Пацаны, привет. Привет. Здорово. А ты хорошо играешь? Конечно, я 10-6 килов сделал, еще сынки. Сколько? 206? 6 килов делал.
А, 6 киллов, нифига, ну это жестко. А давно? Вчера. А сегодня? Сегодня посмотрим. Понял тебя, куда прыгнем? Давай, давай ты будешь капитаном. Давай. А первый человек играть не умеешь, что ты должен его слушать? Ну не то чтобы не умею, ну типа 6 киллов не делал. У тебя сколько максимальных киллов? Ну, 3 где-то, 4. У меня 6. Ну вот, ну да, мы уже поняли. У меня 9 максимально. А так убийц 6. Так как это? 9 или 6? Максимально у меня киллов, знаешь. А, так что, мы на резорт прыгаем? Мы на резорт прыгаем? Да. Так, а тут же сейчас будет много противников. Мы сможем? Конечно, я за всех выебу нахуй. Да, ну ты жесткий, братан. Не, пацаны, ну вот вы классные вообще, отличная команда. А то я все время попадаюсь с какими-то дядьками, они что-то, знаете, такие что-то, ну, все время ругаются. О, это вам граната прилетела? Нет, я дым. А зачем дым? Ты тактик? Да, я тактик. Красавчик, ну понятно, почему у тебя 6 киллов. Я вообще гранаты не кидаю. Давай, ко мне. Там еще есть. Но мы подходим. Еще одного вырубил. Ой, ты красава. Я хороший стрелок, говорю же. Не, ну ты реально жесткий. Говорю же. Я тоже вырубил. Все, мы всех разобрали, пацаны. Это все наше. Снапама я. Здесь может дать золото, что это 500 патронов на М-ку. А зачем столько? Ну патроны нужны же. Ну не 500 же, ты же их не выстрелишь за всю игру. Ну вот, что с собой носить. Это по вам стреляют или нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, пацаны, я далеко, сейчас я бегу, братан. А я вижу, их сквад там. Ой, ну ты красава. Идите, пушьте, пушьте. Рашьте. Ты стой там, мы его возьмем на кроссфайр. Все нормально, ты можешь там быть. У меня все четко, я держу его. Хорош! Хорош! Ты вообще вот ай-яй, он сзади был, браток! Ай, что ж делать? Давай, побеги. Он сзади, он у меня. У него два друга здесь, он сейчас придет. Ты можешь попытаться меня поднять? О, нет, он обошел сзади, дружище! Ай-яй-яй, ну что ж такое? Ну вы молодцы, ребят, вы просто дрались как львы. Здорово, Рач. Нифига ты вообще дерзкий. Ну что делать, что поделать? Поспокойней будь. Да не получается же. А чё такое? Ты это, на бутератах? Ну да, слишком близко, понимаешь. Зачем? Просто занимаюсь поэтому. А, чё за спорт делает тебя дерзким? Футбольная, брата, вольная. Какой? Вольная борьба, брата. А, вольная борьба? Да. А я тоже спортсмен. Че занимаешься? Я это, киберспортсмен, я играю в шахматы на компьютере. А, ну ты понимаешь, почему я жесткий, да, теперь? Ну не понимаю, я бы тебя в шахматы развалил вообще в нулину. Ну, серьезно? Да, ну, вообще. Раз на раз выйдем. В шахматы?
Не, ну вообще на улицу выйдем раз на раз. Ну на улицу выйдем, но у меня, если я с доской буду, то я не против. Ну ты с доской, а с дубинки хорошо. А чё это, подожди, я с доской, мне можно, я шахматист, а у вас в борьбе что ли есть дубинка? Ну так-то по праздникам. Не-не-не, давай вот это по-честному, кто чем занимается, тот то с собой и принесёт. Да ладно, давай, го. Не думаешь, что она тебе поможет, конечно? Ещё как поможет, я тебе такую рокировку сделаю, там турецкий гамбит отдыхает. Ну посмотрим, посмотрим. Да, не играй. Да, а ты круто играешь? Okay. А что ты делаешь лучше, играешь или борешься? Ты борюсь больше, лучше. Ну, то есть лучше бы здесь нужно было не стрелять, а бороться, да? Тогда бы тебе вообще равных не было. Да, вот это. Я тебя понял. Слушай, а как противнику вот здесь в PUBG проход в ноги сделать? Никак. В смысле, вообще никак? Да, даже ты не можешь? Не, даже я не могу. Вот в игре даже я не могу таки. Я тебя понял, блин, класс. А смотри, если я вот один раз лежал, да, ну, в кусте, типа, прятался, вот, и... Uh-huh. И прямо по мне пробежал противник, и я его расстрелял, вот прям в очко ему пострелял. Это считается, что я ему проход в ноги сделал? Нет, получается, ты крыса, получается. Зачем ты так говоришь? Мне же обидно. Ну зачем ты крысу выдавал? Зачем мне? Ну, я также играл в сквадах, остался один, а их было 4 человека, я испугался, ну и лег. Ну ты достал бан, получается. Не, почему? Это называется тактические действия. Да нет, ты достал, братан, стопуде. Ну ты знаешь, что такое. Ты знаешь, что такое тактика, братан? Знаю, но ты достал, братан. Я тебе говорю, я смелый. Я вон тебя даже не испугался выйти. Не испугался ты выйти? Ну ты с доской поймаешь. Ну да, но я и тогда с доской был. Со мной девушка была. А, с девушкой была, да? С девушкой можно было. Да тогда хорошо. Ты покрасовался перед ней, да? Ну да, типа то, чтобы не умереть, понял, как лох, а так чисто до топа дойти. Я человека убил. Она все равно не понимает, что тут происходит. Я ей так чисто, ну, типа, показываю, говорю, смотри, я убил. Она такая, вау, круто. Ну и потом, типа, дала мне. Руби большим хером. О, братан, ты тоже активировался. Вот видишь. Ой, все, мы уже, короче, друзья настоящие. Пацаны нужны, блядь, где пацаны на UMP? Ты с UMP играешь? Ну да, чё, блядь, это пиздец жёсткое оружие, братан. Так говорят, оно же для раков. Ну да, получается, лучший рак в этой игре, да? Что? Получается, Шрауд тоже рак, да? Ну так Шрауд с ним не играет. Ну посмотри, там видосики, может, найдёшь там. Ну не, ну когда-нибудь там, когда ему челлендж дают, я видел, ну а так он играет там со всякими М-ками, Бериллами, там АКМ-ами всегда. Я просто хочу быть как Шрауд, я его часто смотрю. Ты чё? Ну пока не получается. Ой, прости, пожалуйста, я испугался. Бля, братан, ты зассал, блядь, ты зассал тут. Меня зарашили, пацаны. Еще один. Где я? Ну, братан, что-то ты не втащил. Бля, братан. Не, ну это просто щиты. Понял тебя. Ну, удачи тебе, дружище. У того челика, вот, который с МК бегал, он меня, не знаю, просто убил, блядь, в тело и в голову попадал. Все сломал, блядь, все. Да. Он даже меня не видел, выбежал сразу стрелять по мне. Читеры. Ну что же, на мой взгляд, получилось очень рофельно. Надеюсь, поднял вам настроение. И вы сами можете видеть, что среди школьников есть совершенно отличные, хорошие, приятные ребятки. А наоборот, с стороны других каких-то более взрослых людей есть не самые разумные. Но все равно, если с ними общаться нормально, позитивно и культурно, то даже они становятся адекватными. На этом все. Если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Также напишите в комментариях, как вам данный ролик. Хотите ли вы больше видеть такого на канале? Ну, если да, вы знаете, что делать. Ну, и до новых встреч! А следующее видео уже совсем скоро.